По-моему, вы дурак. Ну, тут все разговаривают. Я считаю, что... Возможно, можно отказаться, но... Три раза уже сформировал. Давайте к концу тренинга оценим мою компетенцию и решим сами этот вопрос. А как можно ответить? Я не чувствую, что это оценивается. Я не чувствую. То есть это не конкретно. Юля, спасибо, пожалуйста, за это замечание. Давайте к концу границы. Это лучше, чем можно. Спасибо большое. Выскажите мне. У тебя вообще птица такая, вообще ничего не понимаешь. Да, возможно, на них для вас непривычно, но уверен, смотри, ты не можешь. Соглашаешься с этим, принимаешь его, регулируешь и прощаешься. Соглашаешься. В процессе тренинга не соглашаешься, не понимаешь. Через себя понимаешь. У тебя была, знаешь, такая классная эта штука, я прям уже убивала, потому что ты сказал, нет, у меня чуть-чуть плохого, я не знаю. Скажи, что я думаю, что я. Ты вообще не человек. Это было, знаешь, я уже так... Я не одна такая, что мешает уже тренинг людей. Вы должны знать, что когда наши предприятия еще и согласен, мы начали расти, да? Да, я понимаю, что вам было показаться. Да, все надо так. Но это же прием, правильно? Да, я с вами согласен. И многие люди, с которыми я разговаривал, там, еще на после того, как мы проходили полный курс, они у них было совершенно другое. Все выражали себе уже как сложности. И мне же ребята сказали, что я призываю, что я сказали. Если у вас чем-то прошу прощения, давайте джентльмен, вы продолжим следить за этим, если что, то обсудите. Это вообще 100% фантастика. Это не так калерит, но... Кстати, да, у него так у нас
настроить. То есть он тоже по картин, но тут есть шифровка, которая может быть. Да, если не будет шифровки, то есть еще раз. Я думаю, что это еще маленький кадр. Вот именно вот все вот эти соглашаться с вещами, которые вообще там остаться. Вот это и есть профессия. Да. Это тяжело. Тоже смотрите, надо учить. Я понимаю, почему. Но факт, тоже без нас, который можно стрелиться вообще. Что-то не кроли это заявка, а вы замечаете, в этой пристрелке есть уже заявка. Да, я снимаю. У кого-то на лидерство, на уровне я, вот есть на экспертный уровень, по моему мнению, вы не соответствуете тренингу. Да, ты ему сразу берешь вот эти лапканы, получаешь это уровень хорошо, я надеюсь, что вы такую разновидность супервизии организуетесь и покажете мне в конце поединочек. Он говорит, да, берет прогнозик, планируйте, планируйте, а вот соглашаться, это самое главное, то в ролевом дальше поведение, еще что-то, потому что первое, да, это ревизия, ты дура, можно заявить. Я тебе, почему ты, я в долг, на самом деле драка не будет. Другой вариант можно отыграть. Потому что если нужно добиться какой-то результат, ты просто поругаешь. Ну, просто. Да. Словно ничего получишь. Я освежечу. Мне проездил, что я буду просто человек. А если наоборот, все равно людей на этом с нашей разрушенной не привыкнуться к этим. И вот на агрессию тяжелее. Тебе легче, чем человек, который не агрессивен, по сути, привык соглашаться, сразу виниться, ради себя. Есть у нас один такой. Сразу малейший повод, как говорят, за себе идет, да, разумно, что-то там и так далее. Вот его надо сильно настроить, его сложнее. Потому что подарок мы сделали. Я понимаю, что у нас сложно впечатление, что повеселиться, все хорошо. А главное, значит, если философски, да? Если точно, как раз поняла смысл высказывать, значит, как-то. Каждый у нас есть дурак, балбес, урод, бурнопомощник, как звучит, так и чего не надо. Не пролезет, как он говорит. Я сам согласен. Потому что вопрос это не шутил там, что это крепче, я перевел просто уровень была. Поэтому с точки зрения вот опять проработки внутренней, да я знаю себя, я и базар, и балбес, и шут, горох, и придурок. Все, что вот можно про человека сказать, это все про меня. Правда, ситуация такой был. Ты меняешься, да, и почему? Вот из этой позиции всегда может быть, да, бывает со мной, но бывало. Фу, еще так сильно не представлю. Ты еще меня не видел, когда я в яме перевод в своей попереду. Сегодня я в процессе тренинга. А что? Ты тоже не выйдешь. У вас даже проблема. Ступора. Да, ты такой же. Ты видишь, что он слетает, прям ты найдешь.
А замечательно, ты застываешь, когда ты попал, возможно, ой. А как? И потерял. Вот она вся закрыла, но не было такого. Я так вообще там. Как ладно, брата, мы не можем пространство, как нам скажешь, что мужик определяет. Давайте все участвуйте, и вечером не скажется. Как ваше ощущение? Отбранный. Сейчас это работает на нашем простом пути. Да, отлично. Да.
И я их сцепил от меня. Ты сможешь поэтому я говорю, что вот идеальный расставок для такой разработки всегда переключать на курс. Чтобы они не взяли. Ты же не один почему-то должен думать. Вот я ему говорю, пусть он думается теперь вообще. Так уже не гал, а сайте. Так что давай, давайте. Юля тебя записала, да, это раз. Да, сейчас она как-то читает. Давай пока. Нет? А как с такой прической в машину садится? Российская национальная академия, поэтому я получил сообщество, что ты ее знаешь.
Кто сберет сейчас? Возвращаюсь очень просто. Спасибо, что вы об этом спросили, потому что, наверное, не у вас снова, может, вопрос возник. Понимаете? Да. Я вижу, что вы только учили, то смешно относитесь. Я тоже это Наверное, лишь экстрактный опыт. Поддержите все меня. Вот что значит перейти на эмоционалы, перейти на эмоционалы. Чем с кем конкретно не сравниваться, провести, почем надо оцениваться. Понимаете, какая-то глупость. И это вот не просто глупость, всегда можно перевести. Если человек да, у меня только перевести, да, просто берешь и закрепляешь, и говоришь, замечательно, что такой человек попал ко мне на тренинг. Мы не будем очень страшно пошли. В процессе тренинга мы выявим другие аспекты. Человек вынул какую-то свою сервис в идиотской форме. Похвалил. Спасибо, знаете, все, как я говорю. Вы эксперт, вы на это взглядите. Если сказать фразу, которая не даст второй круг, то второй круг не будет. Бросить фразу. Да, ну что, сейчас уже прошлись. Да, да. Как дальше? Нет, не мешает. Как фразу? Мне это ответственно. Вот я ответственно, что это мнение большинства мужчин, большинство женщин. Это что, вас понимаете? Я знаю, что сильные заедаются, а слабые заедаются. Если что-то это были, а вы видно совсем. Если опять появятся какие-то такие моменты, вы не сообщите. Вот если бы не фаза получения, не умничать. Разные вещи, разные варианты, где правильно, а тут где прокатывать. Это вообще твой выбор. Хочешь интеллектуальные вещи попробовать? Такие же прогрессы бывают. То вот это вот нравоучение, посещение, подвиг мнения, выдаваемые установки. А не считаете ли вы, что женщина с распущенными волосами это камуфлируется под вопрос, а сам или жесткое? А вам не кажется, что тренер должен обладать рядом с качеством? Да, в общем, она сидит. На самом деле, Саша, на тебя. Часто атакует за Саша, я конфликт. Не кажется ли вам, что если вы какой-то скучаете, мне, например, скучно, что это свидетельство? Да, я согласна. Это манипулятивный вариант, потому что это баран, насколько, да, и тем временем. Да, я согласна. Да, уже открыть. Я тоже вам могу. Вероятность получает, это я не знала. Вы мне поможете, и я с вашей помощью, я успокоюсь. Врачашим образоватую взрыву. Сбивка манипуляции под ногами, это супер-проблем, а прийти просто все. Он же не стал помогать, но реально все. Да, 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 да. Если он хочет продолжить, то придется вылезать из манипулятивной. Садитесь, пожалуйста, в углу. Мы дадим по пространству, уже не хотят жаличить. Потому что тяжесть водительской задачи. Сказал, да, там есть враги. Ему, чтобы дальше продолжиться, ему надо сказать, нет, я провался. Вот тут начинается манипуляция. Либо он затыкается, потому что манипулятор, он всегда есть деньги. Когда он просто ситуацию, он затыкается.
мое волнение. И когда тебе говорят, а вам не кажется, что женщина вообще выше смысла думает? И как это же нужно? Это же нам так кажется. Что же он уже говорил? Ты не кажешь, как говорить, да? Он так не сказал. Он начал отыгрывать, иногда, да, кажется, же я так вообще не знаю, вообще не так кажется. Так что-то я думал там. Он же желал шутить, как говорить. Да, да. Тебе я не знаю. То есть ты как ты дурак не понимаешь, что сейчас сон. Ты даже еще не понимаешь. А манипулятор на этом ловит. Ему что, вот даже надо перейти, ему надо взять. Манипуляция просто не принимайте. Не принимайте. Вам не кажется, что вот это кажется? Не кажется. Вам не кажется? Три фотографии впечатления. Но на самом деле... Может, про твой конкретный клиент говорит, что ему не сказал, что ему не прямой ответ. Да, действительно. И он просил. Я не боюсь, я не боюсь. Я не боюсь. Это правда. Это может быть даже неправда. Да. С тем, что да, возможно, это так. А почему это возможно? Я понимаю, почему люди так подумали. Почему краснеть, когда можешь понимать? Сколько? Слышь, когда мы испугали, то мы испугали. Что там не испугаться? Лучше правда, честно. Я сказала, что мы не испугаться. Он свое получил, и ему не случилось. Все. Не надо все ждать. Мужчик реально. А может он хотел, как он тренер, не наблюдать. Но он выразил свою оценку. То есть, понимаете, дубала. То есть он сам руку не делает, и ему кажется, что есть пугай. Он так в такой форме пытался тебя наставить. Мне кажется, ты не пугай. Мало ли что дал. Ну вот, как отдать? Ну, не отдать. Переписать, сказать, спасибо за заботу моим здоровьем. Либо сомнения в эффективности тренинга как такового, понимаете, да? Что еще сюда идет? Прямой отказ участвовать в тренинге, обоснованный состоянием самочувствия, тем, что бабушка умерла и так далее. Немножко да. То есть оно всегда с объяснениями и страшными причинами, но тебе с этим надо справляться. Как? Откатывать.
Хорошо, еще что может быть? Лично может быть неприязнь. Личная неприязнь. То есть высказывание недовольства тренером как Рубью, как тренером, как профессионалом, либо личная неприязнь, ты мне как человеку не нравишься. Вот, в принципе, по большому счету, вот то, что тебе могут наляпать на тренинге в той или иной степени, это уже известно. Да? Перечень составить, если посидишь, ты можешь. Есть вещь очень простая, для которой вот Роман вывел, так или иначе, с последствиями. Да? Смотрите, есть легенда в тренинге. Легенда, мифология. Есть люди разные, для них значимы совершенно разные вещи. Совершенно некогда мне их заморочить будут. Устранить. Вопрос, есть ли у вас высшее образование, у кого вы учились и так далее. Бывают очень въедливые ребята. Причем для них значимы какие-то вещи, о которых ты даже, может, и не думал никогда. Как звали твоего учителя, какой школе ты принадлежишь и так далее. Да, это легенда. Она у тебя, возможно, есть, но ты ее не осознаешь, когда ты тут на группе начнешь вспоминать, кто у тебя был учитель. Это вообще было. И какому собственному направлению ты принадлежишь. Потому что вроде всем сразу и так далее. Поэтому на это у тебя должно зубом подскакивать на уровне. Да, образование какое профильное, там-то, там-то, там-то. Какой учитель тот-то, кто-то вспомни там себе, запиши, кого ты будешь называть для таких ребят на курсе. Понимаете, да, это и есть легенда профессионала. Что просто не терять на этом время, потому что, понимаете, вот эти реакции читаются в группе и трактуются в пользу. Ты, наверное, врешь, раз сразу не ответил. Раз ты там вспоминаешь, а ты фамилию вспоминаешь, или ты вспоминаешь отчество буквально, да? Или еще что-то. И спрашиваешь, как точно, блин, это называлось, потому что было 20 лет назад, еще. В корпус посмотреть, сходить. Это профессиональная легенда, ее надо прорабатывать. Особенно это касается тех, у кого с этим дыры. То есть, если у тебя нет высшего образования, ты его все должен приединить. Если у тебя нет учителя, ты себе его должен приединить. Школу ты можешь выбрать, не обязательно придумать. Суть понятна. Им это на самом деле не важно станет через пару часов работы на тренинге. Но если ты ему сейчас вот не дашь, и его не успокоишь, что происходит, вот Юля нам вчера продемонстрировала. А если ты попался? Если ты не собрал, ты попался. Ну что ты тупой, что ли, может, в радио проникнуть? И как попадешься, скажи мне, пожалуйста. Он тоже учился этого. Да, я тоже учился. А этот провел один единственный курс с этим единственным человеком. Этот человек всех там помнит абсолютно, да? Я был командиром. Плюс момент второй. Это всегда вызов вашему, я же говорю, живи от способности. Иди-ка ты поймай, как ты меня. Ты через 10 минут разговора и доказать, что будешь сам сомневаться, что ты там был. Потому что убедительнее не тот, у кого больше аргументов, а тот, кто умеет убеждать. Я найду основу твоей уверенности, я проскодирую, так, ты уверен, что ты всех помнишь? Я, в общем-то, тогда был моложе, я был полнее. Не помнишь меня точно? Я очень сильно изменился за эти 20 лет. Вот, честно говоря, я тебя тоже не помню. Хотя верю, что ты там был. У меня хороший палец. Сюда главное так, сомнения добавить, да? Хотя верю. Хотя верю. Да. Хотя я верю, что ты там был, что ты не врешь. Такой человек вроде врать не способен. Странно, что такой человек способен другого волшеб видеть. Какой-то у вас молодой человек больник, да? Что происходит? Вот дальше. Это раскатывание. Если мне надо вот терапевтической группы, и мне надо пробивать переходить, да вот я пошел. Я пошел в него, пошел катить к его ценности. То есть я что-то, собственно, на палках. Суть понятна. Делать можно кирпичом, это другой разговор, потому что я говорю, любые сомнения тренера, они трактуются в пользу как больного, соответственно, в пользу болезни. И здесь так же. Неважно, почему ты начал сомневаться и сразу не ответил. Понятно. Хорошо. Какие вопросы есть, какие сложности, с чем? Это двухходовка, ее надо четко научиться выполнять. Первый шаг – принять. Без сарказма, без вывертов, без скрытого хамства. Понимаете? Да, я с вами согласен. Понимаете? Да? Да, замечательно, что есть такие люди, которые не боятся высказывать свое мнение. Хотя и грубоватый, хамоватый, вообще уже много человек. Вот. Принимаешь, откатываешь, второй шаг обязательный какой? Это как второй шаг? Возвращаешь. Назад меч, или он третий все?
Пропуск. А где ты Путинск видел? Да вот там. Лавец сформировался, принял, согласился, через себя пропустил, связался какой-то там, ну, легенда, или что-то, или что-то, ситуация. Так это процесс Аркадки есть связанный с легендами, причем легенда? Аркадки? Легенда достается из стука, когда тебя выпорят, пожалуйста. Вот кто ваш ученик? Нет, я не про эту легенду, а в смысле, вот этот вопрос увязался с чем-то из прошлого, там, вы на клоуна похожи, такой, и говоришь там, да, когда я папе в церкви помогал, мне так же говорили. И теперь вот это обкатка, ты присоединился, да? И теперь ты возвращаешь. Теперь? Я такие ботинки видел у папы, да? То есть тут вот для вас почему-то будет 93-я модель, на самом деле ведь один процесс. Принять и обкатать, это один и то же. В процессе обкатки ты принимаешь, а как ты еще принимаешь? Ты можешь в отдельном возбудить, вот он, вот сейчас как принимаю, а потом начинаю скатывать. А работа у вас, да? Да. Обработка идет, вот принятие, обработка и возврат, перевод на его территорию. Вот два хода здесь. Смотрите, трехходовка. Потому что 5, 6, 7, 10, вопрос, насколько вы профессиональны. Трехходовка принял, да, согласился. Второй ход привязываешь к его ценностям каким-то. Вот, например, когда я говорю, очень приятно видеть на группе человека, который в этом разбирается. Я пристегиваю его ценности, тупо говоря, ищу, можно так назвать, и после этого уже передаю. Это трехходовка. Может быть, четырехходовка, когда прилетит, вообще совсем не то, что отправил, вот как я показывал. Очень ценное замечание, редко встретишь человека с таким уровнем наблюдательности, да? Который способен подобные детали замечать. Да? Эти люди вообще редки. Уже как в мире животных. Да, да. И уже дальше идет передача. Вот можно здесь, когда чем больше ходов, тем больше вероятности. Я могу сейчас стукнуть отсюда. Сказать, мне очень обидно, что такой человек видит во мне только недостаток. Очень печально, молодой человек, что вы сконцентрированы при вашей внимательности к деталям только на просчетах, негативах. Видите, это атака. Причем, если вот это сделано грамотно, он защититься не сможет. Потому что вот этой частью я его купил. Почему 5-7 ходовки? 5-7 ходовки увеличивают варианты. В зависимости от того, что мне с ним надо сделать, да, я могу врезать, могу погладить, могу отвести роль и так далее. Вот трехходовка привязка к ценности человека. Вы такой человек. Понимаете, да, вот въезжает сюда в эту схему, вы такой человек. Вы правы, так и есть. Я вижу, вы такой человек, который способен это оценить, заметить. Вы очень нетерпимы, я вижу, чужим недостатком, видимо. Понимаете, очень строго относитесь к себе. Первый же, да, похвалил. А потом даешь по башке. Если надо, когда он разомлел, вот зацвел, когда ты его поймал на ролевой работу, вот тут ему даешь по чайнику. Трехходовки, четырехходовки, пятиходовки, шести, можно так вломить. Будет каждый плакать после того, что что-то сказал. Либо умыть. Понятно. Вот это двухходовка, которую надо оставить. Это понятно? Да. Принял, перекинул. Любая реакция на группе, группа тебе выдает, ты ее обкатываешь и направляешь в конструктивную группу. Тоже вопрос? Хорошо. Так, перерыв надо сделать? Давайте перерыв. Поскакайте. Вопросы есть по теме? Смотрите, это двухходовки, трехходовки, четырехходовки. Все это надо в группу отрабатывать. Теперь давайте отрабатывать. Тасуем группу. Кто у нас чувствует в себе силы, попробуйте трехходовку. Понятно? Принимаешь, привязываешь к ценности. То есть вторая часть твоего высказывания становится. Вы такой человек, я вижу, так, вы обладаете определенными качествами, редкими для людей. Да. Но суть какая, понятный смысл. Ты говоришь о человеке, то есть создаешь какой-то привлекательный образ, который ему подаешь. Он должен у него купиться. Я вижу, вы умный человек, вы очень внимательный человек. Я вижу, вы человек очень требовательный. Понимаете, ну, ценность какая-то. И через ценность уже пробрасывай назад. Если вот сил хватает, и первая часть получается, то вы можете вот поэкспериментировать, увидеть, кто интереснее получается.
Пяти холмов. Вот это надо думать, понимаете, это работа мышления, правильно? Это можно обдумать, проработать шаблоны, прописать и так далее. А давай. Главное, чтобы на 15-м году мы не забыли, что первый ходу. Потому что на ходу 4-м, 5-м начинаются гипноэмоции. Ты настолько жестко повел человека, что там уже мышление идет. Тут гипноэмоция власть. Ну, гипнотизация. Человек начинает глупо. Потому что идет набор обескураживания, внушение установки, еще. Вот то, что я там показывал. Раз, расщепление интеллекта, все это гипнотизм. Расщепление рапорта с одной из субличностей, вытаскивание, пробивание установок, дальше идет раскрепление этой установки, подключение ресурсов. Это же все уж в трансе делается вот с этого шага, где началось расщепление. С того момента, как я начал вот там расщепление, сказал, что в тебе есть часть, которые с этим не согласны. И с этого момента началась гипноиндукция. То есть все, я эту часть уволакиваю, и за счет расщепления человек в трансе. Поэтому там уже до 50 ходов, потому что ему, я говорю, ну, 5-му, 6-му ходу ему уже все равно. Да, я как-то провел вообще забавный такой эксперимент. Была сессия, клиент был мой, которого я сопровождал, я знал его, знал ситуацию. И технически я знал, в общем-то, что я буду говорить, текст у меня вот прямо буквально. Я говорю, дай попробуем. Я просто загнал в транс, и все вот так вот. Монологом и диалогом выдал. Ой, эффект был наш. Круто было. Серьезно? А? Серьезно. Вот просто это, ну, редкий был случай, редко возможно. Потому что все равно большая часть консультирования — это сбор информации, анализ ситуации. Так. Это редко, когда ты знаешь, у тебя уже заготовлено. Да все сработало, само по себе человек ходит и счастливый. Я ничего не понял, что здесь. Так, все равно нормально. Так, мы разбились на группу и гоняем. До тупости уже дорога. То же самое, поменялись группы, рисовались просто. Давайте первым. Давай, выключи, выключи.
знаешь, что он будет делать. Я вернусь. Насколько я поняла, твоя задача именно
Давай, давай, видишь, как я вас пошел.
нож только опасный. Но есть камуфлированный отрицательный. Да, я понимаю, что у тебя есть свое мнение, но... То есть пошло бы поэтому нового надо избегать по возможности. Это вот кто иногда занимался, значит, такой нового, такой не. Но нового это такая тема, она как бы отрицает верно сказанную часть. Но ты как раз используется для этого. Да, то есть я понимаю, что считаю, что с этой болезнью нельзя справиться, но... А мне кажется, что тебя совершенно убедит. Да, там вся суть на этом использующем стратегии. Как можно смотреть? Вырубите конфликт. Вот если не знаешь, что тебе согласен с вами. И дальше не будет. Что-то пауза чем-то. Да, проблема в том, что ты молчишь. Поэтому он тебе выдал что-то. Да, вы не соответствуете нему, может быть. Согласен с вами. Но могу по своему опыту сказать, что большинство из тех тренировок, которых я потом буквально вытворил, поначалу вызывали у меня легкое недоумение и тоже не соответствовали моим представлениям об учителях и так далее. И видишь, какая реакция? Не, не, не. Ну ладно, да? Но ты же присоединяешься, человек. Да, ты такой же, как я. У меня тоже такой же. Ну, это все вот кухонные варианты, да, не хамовато. Не суди по обложке, если ты человеку скажешь, да, по сути, ты его в чем-то обвинил. В том, что он судит по обложке. Предположим, что он что-то плохое сделал, или чем-то он недостаточно любил, чтобы судить по обложке. Поэтому это оскорбительно. Спасибо большое. Вот это вот профессиональная реакция. Я с вами согласен. Ну дальше идешь, не попиляться. Приятно видеть в зале человека. Я тоже как за следующий, как и за своим. Я тоже свои первые три никак вспоминаю, как мороз похож. Юморный вариант. Это я сейчас лечу, и меня на первых три никак не видит. Тут главное вот настройка мозга определенная, чтобы ты сразу главную реакцию создал и не зависал. Что ты скажешь, не может, ты зависаешь. Я бы хотел вам просто фразу выбрать, без изменений вы слишком жирно, что зашла. А я разве не программирую реакцию, когда вот я говорю, я вот такой же первый мои тренинги, но потом. Я даже оценку к себе программирую, учителя, которых я боготворил. Я же скотина, я там заложу, что нет. Спасибо, это же метапрограмма, да? Человек. Да, возможно, со мной такое произойдет. Конечно, возможно, произойдет, но это не получится. Ну, вам принцип сказать. Смешно. Вы так жалко думаете над ответами участников, как тогда это некомпетентно? Ты у тебя слабые скидки. Да, я понимаю, что... Да, согласен, вы знаете, я думаю, это отвержение, но качество тренинга для него внимательного участника. Ну как, стараться наше время. Да, ты очень внимательный человек. Я понимаю, что можно показаться, что это не время, но есть четкая структура, я по ней иду, и вся программа, которая занимается, и вы ее слушаете. Нет, может быть, лучше. А можно сказать, конечно, что это ценимые ответы должны быть? Нет, сам, извините, потому что, наверное, человеку оценку, он не спрашивает. Смотри, вот, ты долго обдумываешь вопрос. Согласен. Извините, но это моя такая индивидуальная особенность. Она не связана со сложностью вопроса, с тренингом. Просто я вот люблю обдумать вопрос. Извините, если вас это смущает. И дальше можно переходить на личность. Вот вижу ты человек, который умудряется, не обдумывая, отвечать и вполне. Я вижу, что человек, который за столом в кармане есть. Он уже попался решил так или иначе. Твой недочет, я не достоин, значит, он даже не хвалит. Хромой хромому не обвинит в том, что он хромой.